Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Какой прогноз подготовили астрологи для каждого представителя зодиакальной дюжины с 25 сентября по 1 октября, узнаем прямо сейчас. Как утверждают астрологи, конец сентября – время, когда талантливые люди рождаются чаще обычного. Как правило, способности раскрываются постепенно, часто уже в зрелом возрасте, но с такой силой, что окружающие будут поражены, насколько необычный человек находился все это время рядом с ними. Еще много интересного о сентябрьских именинниках расскажет астролог Янина Балашова. Весы. Солнце пребывает в созвездии Весов с 23 сентября по 22 октября. Планета-управитель Весов – это Венера, знак внутренней и внешней гармонии, взвешенности в словах и поступках, знак партнерских отношений. Весы всю первую половину жизни ориентированы на других. Он, она, они. Весы. Знак замечательного художественного вкуса. Они наделены музыкальным талантом. Это знак осени. Весы комфортно себя чувствуют в таких местах, как горы, луга, леса, берега и моря. Камни, которые помогают весам, это лазурит, опал и розовый кварц. Не исключено, что на наступившей неделе Овнов попросят за кого-то заступиться. Представители этого знака зодиака с готовностью примут на себя эту роль и с огромным рвением бросятся на защиту обиженного и оскорбленного. Стремление к восстановлению справедливости – это прекрасно, тем не менее астрологи советуют сначала разобраться в подробностях ситуации, а уж потом творить добро. Для тельцов наступает благоприятное время для приобретения недвижимости, автомобиля и других крупных дорогостоящих покупок. Но нужно не терять бдительность и быть внимательными. Расположение планет в течение этой недели говорит о том, что в любых своих начинаниях близнецы смогут добиться успеха. Внутренний голос подскажет, в какие авантюры не стоит ввязываться, а что, наоборот, принесет прибыль. Вероятнее всего, вас посетят неординарные идеи, которые придутся по душе вашему руководству, поэтому не исключено продвижение по карьерной лестнице. Раки, как ни один другой представитель зодиака, наделены поразительной интуицией и умением практически насквозь видеть человека. На этой неделе такая способность будет как нельзя кстати, особенно в профессиональной сфере. На этой неделе львы разочаруются в своих коллегах. Может выясниться, что далеко не все окружающие так умны, как о себе говорят. Собираясь на встречу, выходите заранее. Велика вероятность опоздать и испортить свою репутацию. Обязательно прислушивайтесь к своей интуиции. В спорных ситуациях она будет вашим верным советчиком. В качестве альтернативы отдыха звезды рекомендуют вам выбрать творчество или приобщиться к искусству. Самое благоприятное время для больших планов и реализации самых смелых идей весов. Если руководство предложит начать новый проект или заняться разработкой перспективного направления, соглашайтесь не раздумывая, сейчас удача на вашей стороне. Вероятность того, что вы отправитесь в командировку, довольно велика. Поездка будет намного продуктивнее, чем любая, даже очень активная деятельность в привычной для вас обстановке. Скорпионов ждет удача, будьте отважны и не упустите момент. Смело берите все в свои руки и отправляйтесь покорять мир. Только не забывайте прислушиваться к мнению близких людей. Мужчины-стрельцы сейчас могут встретить свою любовь, так что смело заводите новые знакомства и отправляйтесь на романтические свидания. А вот женщинам-стрельцам стоит быть внимательными в отношениях с партнером. Вероятны обиды и споры, не перегибайте палку и не заставляйте избранника принимать вашу точку зрения.
«Вижу цель, не вижу препятствий» – девиз на ближайшие 7 дней для козерогов. На этой неделе вы станете на шаг ближе к своей заветной цели благодаря упорству и настойчивости. Также это отличный период для заключения крупных сделок. Сейчас вы сможете продать даже самый невостребованный товар, если правильно его преподнесете. Ваша изобретательность и находчивость сейчас на высоте. В выходные в распоряжении водолеев может появиться крупная сумма денег. Лучше всего потратить ее на полезную для дома вещь, например, приобрести новую бытовую технику. Этот период у рыб наполнен заботой и романтикой. Используйте момент, чтобы признаться в любви. Не забывайте про своих близких и детей. Преподнесите им небольшие сюрпризы. Семейный обед – отличный вариант, как провести эти выходные. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!